20 июня отмечаются два православных церковных праздника – мученика Феодота Корчемника. Церковь празднует память святого Феодота, III век. Жил в Анкире Галатийской, приговорен к смерти за христианскую веру в период правления Диоклетиана в 303 году. Петров пост апостольский, 9 день праздника. Многодневный пост установлен в честь памяти апостолов Петра и Павла. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.